Всем привет! С вами, как всегда, Вузи, и это игра The Long Dark. Напоминаю, что все самые интересные и вкусные ссылки находятся в описании. Ссылка на мой Steam профиль, также поддержка монеты автора видео, ну или же Вузи, на плейлист прохождения этой игры и друзья канала, все там же в описании. Что ж, продолжаем проходить The Long Dark. Возобновить, да, мы там остановились. На чем мы остановились? Что-то я там с серой матерью не поделил, да? Актуальное задание. Серая мать. Осмотрите ведущий из Милтона тоннель. Тоннель из Милтона. Мне вот сюда, серая мать, осмотреть, что у меня здесь есть вообще по инвентарю. Грибы бросить могу. Что-нибудь мне надо поесть. Что у меня уже день заканчивается. Поэтому я съем что-нибудь из этих консерв. Это собачьи консервы, да? Ага, хорошо. А я могу что-нибудь приготовить? Ячейка готовить. Ничего не могу. А что у меня по воде? По воде что? Что? Еда, вода. 8,5 килограмм. Круто. Круто, дайте я еще что-нибудь, вот, шпроты съем, а то скоро пропадут. И хотелось бы, на самом деле, уже убежать на второй этаж. Я с тобой разговаривал? Разговаривал. Блин, жаль, фонарика нету. Я пойду поближе к кровати, вроде как по одежде. Что у меня тут по одежде? Все на 100%, ломать нечего практически, все. 87, 72, 76, 74. Да, нормально. Я хочу еще что-нибудь съесть. Вот эти вот мясо вяленое, да, и попить. Выпью апельсиновый сок, чтобы он у меня не пропадал. И лягу спать. Мне бы до утра проспать часиков 8. Сон. Потом подкреплюсь и пойду уже по квесту Серой Матери. А, у нас глубокая ночь вообще. Дайте-ка я еще посплю часиков 5. Надеюсь, у меня там вода-то не упадет. Какие звуки. Хорошо, что у нас почти что утро. Поэтому я сначала перекушу консервами. Потом попью водички. Воды, благо, у меня много. И это хорошо. И еще, наверное, перекушу вот с шоколадным батончиком. Как хорошо, что у меня куча еды. И часика 3 посплю. У меня нет ни чая, ни кофе. И побегу уже тогда в Милтонский этот тоннель. Все, день. Блин, у меня тем временем тоже солнышко светит так, что у меня ничего не видно. Но здесь я все побросал. Канистра с горючим мне не нужна. Набор для шитья, пустая банка. А где еще один набор для шитья? Набор для шитья. Где еще один? Банку бросить. Мне не нужна. Открывашка, нож. Все есть. Отлично. Все, погнали по квесту. Если что, по дороге перекушу. Надеюсь, волков здесь не будет. Значит, карта. Мне надо налево сейчас. Там далеко довольно бежать. Я думал, дрова, да? Сейчас посмотрим. Да, мне по прямой, в общем, бежим. Прохладненько на улице. Откуда у меня перевес? А почему у меня перевес? У меня не должно быть, у меня плюс 5 килограмм. А по выносливости такое ощущение, будто бы перевес. И я так и не вскрыл банковскую ячейку. Хотя ключ у меня какой-то имеется. Что за ключ, непонятно. Я знаю, что вон там волки, да? Серые и страшные, зубастые. Но все равно побежим дальше. Что это? Что за звуки такие странные?
Ничего особо лутать я не буду. Потому что, ну, смысла нет, у меня всего достаточно. Там старик сидел, вроде я все залутал. Сверимся с картой, да, мимо АЗС по дорожке. Бежим. Пока что... О, волчара. Надо его отбежать. Если что, у меня есть опасное оружие. Больше нет волков? Что ты такой, блин, нервный-то? Не нервничай, я ушел. Лесной участок. На меня, что ли, сагрался? Дайте-ка я посмотрю. Что за звуки такие странные? Больше нет волков? Я надеюсь. Так, мы почти пришли тем временем. Пока я тут всех пугался, всех звуков волков. Мы уже практически дошли. Вон автобус, я вижу, школьный. Надеюсь, здесь никаких ловушек и подстав не будет. Хотя все может быть, все может быть. Это же... что здесь произошло? Осмотреть автобус. Давайте сейчас осмотрим. Осмотреть. И... Да, вроде там пусто. Неотступные. Чего? Где неотступные? Надпись, что ли, какая-то? Я не вижу. Сломанный тюремный автобус. А, я думал, это школьный. Блэкро. Черный камень, что ли, черная скала. Хорошо, я осмотрел автобус. Что мне дальше? Я даже на крышу попрыгну. А, тут нельзя прыгать. Поэтому тихо. Обыскать замороженный труп. Пусто. Серая мать, актуально, вернитесь к серой матери. Во, вот это задание, а что я сюда тогда бегал? Может быть, здесь какая-нибудь заначка есть? Заначки не вижу. Блин, солнце светит, я половины не вижу. Также я его сразу газету возьму. Список перевозимых заключенных прочесть. Перечисленные ниже осужденные будут в срочном порядке доставлены в федеральное пенитенциарное учреждение «Черный камень». Утвержденный день прибытия — четверг, 20 ноября 2020 года. Ну, тут список идет, уж не будем его перечислять. Общее количество 15 человек, наличие опасных заболеваний нет. Ну, хорошо. Не трогай. Вроде бы все здесь обыскал. Мне надо вернуться к серой матери. Я вот что думаю. Хотя, может быть, я и неправильно думаю. Если того волка отпугнуть и собрать немного оленя себе. Он же далеко, наверное, не отбежит. Сейчас мы посмотрим. Потому что если мой план не... Да навряд ли мой план сработает. Он далеко не отбежит. Это его надо чем-то замокрушить. А у меня нечем. Инвентарь. Меня интересует... 7 поленей, да, и у меня больше для костра ничего нету. Точнее, 7 веточек. Мне бы чего-нибудь себе бы для костра, если что, нарубить. Все, бежим дальше, веточку возьму. Палочку. Если что, так костер развести. Сейчас к серой матери вернемся. Спросим, чего она от нас теперь-то хочет. Мы нашли там автобус. Непонятно даже, зачем бегали к этому автобусу. Но разберемся. Сейчас разберемся. Этот, блин, асфальт. Мне все время глючит, что здесь что-то лежит вот в таких местах. Ой, ладно, потихоньку тут немножко осталось. Да хватит так выдыхаться, я не понимаю, почему у тебя такой то ли перевес, то ли нет. На полную почему не работает. Но температура, да. А, у меня нету лома. У меня нету. Где? Бежим. Надо перезарядить оружие. Жесть. Волчара, а? Волчары позорные. Беги давай отсюда, я тоже побежал. Блин, у меня не перевес, я выдохся. Выдохся, надо к серой матери.
Я ж перезарядил? Нет, не перезарядил. Остается 3 патрона, один в оружие, один. И 2 у меня так. Фу, добежали до серой матери. Жесть, как я этого волка не увидел. Непонятно, чтобы меня не загрыз. Гад. Теперь я хочу покушать шоколадный батончик. И еще чего-нибудь, наверное, пыльная банка корма для собак я тоже съем. У меня есть открывашка, это хорошо. Продукт особо не испортится. Все, хорошо, Тимофеевых нет. Так, серая мать, давай. Вещай. Тоннель. Нашел. There, like да, said. Как ты и говорил. А твоя подруга? No sign of her. Не следа. Через тоннель не пройти. Похоже на обвал. Но она могла там пройти еще до того. But I think she got through before that happened. If the tunnel is blocked. Если тоннель завален, для серой матери это конец. So the tunnel is тоннель единственный путь через горы? No. Не единственный, но единственный для меня. My only way through. Неотступный. Она была в тоннеле, у автобуса. Это точно. Хочешь сказать, она прошла через тоннель? Не знаю, но она точно там была. Она оставила мне знак. Слово неотступный. Старинное слово. Почему она его написала? А она хочет сказать, что будет бороться. Или просит тебя не сдаваться? Но почему так длинно? Наверняка это значит что-то большее. Почему? Потому что ты для нее важен. Она написала это своей кровью. Кажется, я припоминаю. Был на севере городок. Как же он назывался? Точно. Неотступные мельницы. Там много лесопилок. Раньше это было важное место, а теперь город считаем именно как Ньютон. Может, она указывает тебе путь? Неотступные мельницы? Как туда добраться? Пока землетрясение не завалило дороги, можно было на машине. Значит, придется пешком. Это долгий путь. Астрид? Я сильно беспокоюсь за свою подругу. Осталось только одно дело. Нужно проводить ее в последний путь. Последний путь? Но я еще не сдался. Я вспомнила кое-что. Дом фермера на другом конце города. Той ночью все так запутано, но я помню дом фермера. Где-то там есть ключ к банковскому сейфу. Отправляйся в банк и принеси мне сейф, к которому подойдет ключ. И ты поймешь, что с ней случилось. Стоп. Ферма? Банк? Как это связано с моей подругой? Ее оставили, понимаешь? Ей нужна была помощь, а ее оставили. Но мы все сделаем как положено. I don't understand. Я не понимаю. Иди в банк. Ответы там. Иди. Ну так в банк-то гонишь. Суп. Суп. Такое ощущение, что я схожу с ума. Я чувствую запах горячей еды. Давненько серой матери не приходилось кого-то угощать. Вот, поешь супчику на дорожку. Спасибо. Я очень тебе благодарен. Все, завершено. Что у нас там по заданию? У серой матери украли ценную вещь. Верните пропажу. Ага, вот для чего мне надо было идти в банк. Я хочу супчику сейчас. Пробел, съешь это. Возьми. Хорошо, а как мне... А, я не хочу есть, но я хочу пить. Давайте я попью.
Давайте тогда в следующей серии сходим в этот банк. На этом остановимся. У меня осталось 240 грамм воды. Мне надо погреться. Да, и в следующей серии уже сходим там в банк, разведаем, чтобы просто серию не затягивать. Ну а на этом данное видео подошло к концу. С вами, как всегда, был Лузи. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!